Смотри, Гриша, я всегда тебя называл Грихоном. Это, по-моему, очень неплохо даже. Мы с тобой были друзьями детства, и я сокрушаюсь, если я тебе какое-то зло причинил в детстве. Извини, пожалуйста. Смотри, я понимаю, что ты хочешь меня избить и искалечить, но я никого не обманываю, не наебываю никого. Я не живу так, что как вот этот Жека с моей работы, который презирает тех, кто работает, и говорит: иди работай дальше, иди работай, работай, а я пойду там. Ну, то есть он принципиально не работает, он бухает и принципиально берет деньги у сестры, у афганского пенсионера. То есть он принципиально не работает. Говорит, нахуй мне работать, если я могу у афганского пенсионера деньги брать и у сеструхи. Смотри, я не такой человек. Потом, у меня нету секса ни с кем вообще. Вообще нету. Ни любви, ни секса, никаких отношений. Я говорю правду сейчас. Я просто привык к этому, и все. Я не знаю, за что ты хочешь меня искалечить. Я готов с тобой пообщаться. Телефон мой у тебя есть, я его оставлю. Можешь позвонить, я ни в коем случае не выложу это никуда. Я не записываю вообще разговор, у меня нет проги даже для записи разговоров. Я отошел от этой темы, потому что это навлекло на меня столько беды и вреда, что лучше вообще не записывать ничего, никаких разговоров не записывать. Все это полная ерунда, полная дичь и от чего-то плохого все это. Я обещаю тебе, что никуда не выйдет наш разговор, никуда не выльется. Я готов с тобой пообщаться. Никуда он не будет слит разговор и не записан даже. Хотя, возможно, я понимаю, что тебе не о чем со мной говорить. Ты все, что хочешь, это просто избить меня. Но смотри, я просто честно живу. Я никого не наебываю. Я не наркоман, не мошенник. Я ищу работу. Завтра я пойду устраиваться в табачный магазинчик. Да, конечно, но ты же тоже куришь. Я курю сигареты. Просто мне некуда больше устроиться. Меня турнули из зоомагазина. Я должен был вчера-сегодня работать в зоомагазине, но меня турнули оттуда, потому что сокращение. Я не паразит, я живу так, что ищу работу. Я ни у кого не беру деньги, я даю деньги тем, у кого я живу там. То есть я не знаю, как тебе объяснить, но я еще раз прошу у тебя прощения, и если что-то я тебе зло какое-то сделал, и ты держишь на меня зло, извини, пожалуйста. Хотя я понимаю, что для тебя как бы христианское вот это вот все это отвращение вызывает из-за бабушки, скорее всего, из-за кого-то еще. Я понимаю это. У меня тоже были такие ситуации, где были христианские проповедники, которые вызвали у меня отвращение своей навязчивостью. Дело в том, что я просто прошу у тебя по-человечески прощения и, пожалуйста, давай с тобой, если хочешь, просто поговорим нормально. Я никуда не солью разговор, у меня нету записывающей проги разговор. Мы можем созвониться в WhatsApp, списаться в WhatsApp, ты можешь написать мне на WhatsApp, в Telegram. Я никуда это не солью, никуда.